Все активнее в Тверской области идет догазификация населенных пунктов. Речь о прокладке газопровода до границ земельного участка в частном секторе. Среди лидеров – Торжокский район. В чем на деле убедилась наша съемочная группа. Поселок Тверецкий, где проживает около 570 человек, до сей поры был газифицирован лишь частично. Понятное дело, что жители домов, где еще не было голубого топлива, постоянно сталкивались с целым рядом проблем. Половина поселка как бы газифицирована, имеют удобства, а вторая половина здесь же, которые живут, и дрова нужно готовить, и нет таких удобств, как горячая вода. Сейчас здесь ведутся работы на сетях общей протяженностью почти в 3 километра. Построен распределительный газопровод. Проложены вводы к 30 частным домам до границ земельных участков. В планах завершить все в течение августа. Темпы работ просто поражают местных жителей. Не ожидали, что так быстро. И вообще сработали. Нам обещали где-то в конце года, а мы уже зимой будем жить с газом. Торжокский район вообще один из самых активных в Тверской области по процессу догазификации. Здесь заключено 168 договоров, 130 исполнено, 64 потребителя уже подключены к голубому топливу. Всего к настоящему времени в регионе заключено более 8000 договоров на догазификацию. Я думаю, что план догазификации мы выполним в конце октября, в начале ноября месяца, то есть ранее, чем на один месяц по плану графику. В компании «Газпром» газораспределение «Тверь» напоминают, что подать заявку можно или через личный кабинет на сайте компании, либо в МФЦ, либо через сервис госуслуг и портал единого оператора газификации connectgaz.ru. А еще всю информацию о всех условиях догазификации можно получить по телефону горячей линии, либо позвонив в рабочие дни по городскому номеру компании.